«Танцы со звездами» Воденцова. На праздничной сцене любимец публики Евгений Папунаишвили, победитель знаменитого телепроекта, вот так запросто раздает советы всем желающим научиться чувствовать ритм и собственное тело. Для начала несколько танцевальных па из латиноамериканской программы. Просто латиноамериканский танец, несложный танец меренге, чтобы... Мне главная задача, чтобы у всех получилось. И мне кажется, что те, кто, по крайней мере, попробовал, у них точно получилось. Дальше больше. Импровизированный баттл для двух команд хореограф устраивает тут же у сцены. Давай, сейчас прям. Эй, бедра там готовы. Смотрим, настроились. Мужики, давайте. Готовы. С днем рождения город поздравляют и спортсмены, и волейбольные команды «Искра» и «Заречье» Одинцова. Будет очень много интересных, увлекательных матчей. Ждем всех в волейбольном центре. Концертную программу продолжает Анастасия Стоцкая. Всегда тепло в Одинцово принимают и Анжелику Агурбаш, жительницу нашего района. В ее исполнении звучат всеми любимые хиты, в том числе и «Угонщица» Ирины Аллегровой. С этой песней артистка выступала в популярном телепроекте. Будьте просто счастливы, будьте радостны, гоните все неприятности из своих домов. Не обращайте внимания на мелочи. Берегите, цените, храните. Приумножайте свой город. Делайте его еще прекраснее, еще красивее. Главное, своей энергией, своими улыбками, своими добрыми делами. А это музыкальный сюрприз. Дуэт Анжелики Агурбаш и Дениса Майданова. Артисты вместе появляются на сцене впервые. Новая песня – подарок всем жителям города Одинцова, которому исполнился 61 год. Каждый день что-то происходит, открывается, делается, ремонтируется. И я очень рад, что у нас такой глава деятельный. Ну и мы, конечно, всячески ему помогаем. В ожидании хедлайнера концертной программы площадь заполняется до отказа. Самый брутальный рэпер российской сцены Джиган появляется под несмолкаемые овации. В его творческой биографии 5 студийных альбомов, десятки премий. В 2018-м он стал лучшим рэп-исполнителем по версии Муз-ТВ. Из Одинцова Джиган посылает привет своим землякам в Одессу, где день города приходится также на 2 сентября. Хип-хоп-биты разбавляются красочным флайборд-шоу на любимой всеми Баранке, а после гремит праздничный салют. Десятки разноцветных залпов утопают в вязком темно-синем небе, но оставляют яркий след воспоминаний о главном празднике года для каждого одинцовского жителя. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».